Что еще? Давайте создадим под меню. То есть, допустим, видите, у нас Brush Cache есть выпадающее меню, мастер настройки есть выпадающее меню. Почему же у нашей кнопки не может быть выпадающее меню? Опять перейдем к коду. Что нам необходимо? Нам необходимо указать параметр, который называется меню. Мы вот здесь вот зададим. И туда передать массив, в котором будут содержаться параметры под меню. Назовем наш массив rmenu. Также хочу вам сказать о таком параметре, как kintMenu, куда мы нас, по примеру параметра hint, можем передать тултипы кнопок контекстного меню. Вот. Давайте сделаем это. Так, теперь нам необходимо этот массив rmenu, соответственно, создать, наполнить. Также хочу вам сказать, что правилом хорошего тона считается массив, прежде чем вы будете его наполнять, объявить. Почему? Потому что, во-первых, если у вас большой листинг кода, может оказаться так, что случайно данная переменная уже где-то используется, и у вас там окажутся какие-то абсолютно посторонние левые данные, которые сломают всю работу. Вы очень долго и тщательно будете отлавливать эти ошибки. Поэтому правилом хорошего тона, даже в данном случае, где мы видим, что у нас нигде эта перемена не используется, явным образом объявить пустой массив. Итак. Ну, соответственно, добавляем, создаем один из элементов. Ключи массива никакого значения не имеют. Соответственно, добавляем в конец. Вот. Что там доступно? Давайте сначала, что у нас будет делать данный выпадающий пункт меню. Ну, давайте наклеим стикер. В Bittrex есть такая возможность клеить стикеры на публичной части Bittrex. Давайте создадим кнопку «Наклеить стикер». Итак, стандартно текст, наклеить стикер, strong, жирное выделение сделали. Дальше title. Ну, поясним, что мы вообще здесь делаем. Тайтл, ну, давайте наклеить новый стикер на страницу. Далее создадим, зададим индекс сортировки стандартно, да, иконку. Опять же, не будем выдумывать ничего нового, панель Edit Text. Используем стандартный класс. Далее, тут интересно, здесь у нас уже не используется href для ссылки, а здесь у нас используется action. Для чего нам необходим action? Туда мы передаем JavaScript, который будет при нажатии на этот выпадающий пункт выполняться. Здесь либо мы можем выполнить какой-то свой произвольный, либо использовать JavaScript, который нам, по сути, сымитирует обычную ссылку. В данном случае нам надо добавить стикер. Поэтому мы можем... Есть определенный JavaScript, который имеется в Bittrex. Вот мы его, соответственно, сюда прописали. Далее укажем параметр, является ли это пункт меню по умолчанию. И у пунктов меню могут быть подпункты. Как правилом хорошего тона объявим там пустой массив, чтобы случайно туда ничего не попало. Сохраняем. Так, наклеить стикер. Щелкаем, проверяем. О, замечательно, у нас, соответственно, появился стикер, куда мы можем что-то вписать. Сохранить, закрыть, все. То есть наш код работает. Наш код работает. Это переход на сайт 1С Bittrex.
это наклеим стикер. Также мы можем передать параметр, то есть в выпадающем меню мы можем создать элемент, который не является, по сути, пунктом меню, а будет пунктом разделителя. Для этого нам надо передать параметр сепаратор, который будет равно истине. Остальные параметры нам не нужны. Вот мы задали. Все хорошо. Ну, смысла разделителя, когда у нас один пункт нету, соответственно, после него надо создать еще один пункт меню, выпадающий наш. И еще один элемент массива добавляем. Опять же, ключи нас не интересуют массива, мы добавляем последний. Вот. Ну, что сделаем? Давайте просто переход на главную страницу нашего сайта. Таким образом. Задаем текст. Просто главная страница. Title можем указать. Ну, главная страница. Давайте сделаем более там, переход на главную страницу. Сделали переход, да? Далее сдаем индекс сортировки пункта. Ну, давайте он пускай будет у нас 20. 10 у нас уже было. Иконка все то же самое. Action. Action. Вот наш JavaScript, который выполняет редирект на главную страницу. Вот мы указали слэш, соответственно, главная страница. Далее, является ли текущий пункт по умолчанию? Нет, не является, потому что у нас уже был по умолчанию. Ну и подпункты под меню. Как хорошие люди, соответственно, укажем пустой массив. Все это дело сохраняем. Обновляем. Вуаля. У нас работа наклеить стикер. Давайте перейдем на какую-нибудь внутреннюю страницу. И проверим, работает ли у нас переход. Все, в принципе, мы все сделали. Я думаю, все понятно.